И вот ваше любимое занятие. Мебет. Мои звери. Их у вас много. Мои животные. Мне было только что очень грустно, вы не дали мне договорить, потому что собакам-лебедя 14 лет, и мне больно, потому что я знаю, что они меня покинут. Это любовь моей жизни, это моя жизнь. И у меня останется четверо. Признаюсь вам, в своем владении, в деревне, я сделал кладбище своих животных. Там покоятся 45 собак. У каждого свое имя, свой памятник. Пары лежат вместе. И рядом с кладбищем, в центре кладбища, я построил часовню, где буду погребен. Я уже спросил разрешения после проведения экспертизы участка, чтобы быть похороненным среди моих собак, которые, наверное, вместе с моими детьми являются самыми дорогими для меня на свете существами и которые меня больше всего любили. Любовь безусловно. Безусловно. Чтобы с ними не расставаться. Очень хорошо.